Институт международных отношений и истории востоковедения Казанского федерального университета открыл двери для студентов со всей России, которые знают и любят арабский язык. Стартовала первая всероссийская студенческая олимпиада «Сокровища, которые вы ищете, арабский язык». Конечно, одна из целей – это выявление лучших из лучших, это мотивация студентов, которые изучают языки. Ведь одно дело изучать язык, а другое дело иметь возможность соревноваться среди достойнейших. В рамках олимпиады будут проведены конкурсные испытания в 6 номинациях. Принять участие смогли студенты 3-х и 4-х курсов бакалавриата. Свои результаты студенты смогут узнать на закрытии олимпиады, которая состоится 2 декабря. Все участники получат сертификаты, а победители – дипломы и медали. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.